Березовая роща Академгородка, которая более 50 лет поредеет. Там планируют вырубить несколько десятков деревьев. Сносить будут только аварийные березы. Почему такой способ зачистки леса необходим, выясняла Надежда Сергеенкова. Это березовая роща Академгородка – любимое место прогулок красноярцев. Причем один из немногих лесов в черте города, который добавляет чистого воздуха жителям. Но теперь деревья здесь планируется вырубать. Но не все, а только аварийные. Роще больше 50 лет, и санитарная рубка необходима, уверяют в Красноярском научном центре. Именно в их подведомстве находится этот лес. Часть деревьев умирает, часть деревьев повреждены. Это нормальное явление для леса. То есть за лесом требуется уход. Этот уход невозможно осуществлять без выкорчевывания старых больных деревьев. Аварийное дерево, вовремя не будучи замеченным, будет создавать аварийно опасные ситуации, потенциальную угрозу представляет для людей. Обследовали деревья выборочно, в основном вдоль тропинок и там, где обычно гуляют жители. Занимались этим специалисты Центра защиты леса в качестве благотворительной акции к юбилею организации. К слову, подобное мероприятие – дело затратное и обошлось бы в сотни тысяч рублей. Всего было выявлено 81 опасное дерево, и не на глаз, а с помощью спецприборов – резистографа и томографа. Если вокруг его посмотреть, оно у нас целое, хорошее, красивое дерево, но на спиле видно вот эту вот стволовую гниль. Снимаются показания с каждого датчика и вырисовывается такая картинка, где красным отмечается степень поражения стволовой гнилью дерева. Работа лесных специалистов ювелирная, и вмешательство приборов не опасны, даже если дерево окажется здоровым. Те деревья, которые специалисты обследовали, отмечены вот такими красными метками. Да и невооруженным взглядом видно, что березы старые. Первые признаки – это засохший ствол и отсутствие листьев на кроне. Заключение по точному числу аварийных деревьев будет к концу августа. Сейчас в научном центре согласовывают разрешение на их снос. Сложности возникают из-за того, что земля федеральная, но специалисты планируют добиться предписаний и провести санитарную зачистку осенью. Компенсационные посадки в таком случае делать не нужно. Те стволы, что уберут, освободят место для молодой поросли, которой в Академовской роще достаточно. Надежда Сергеенкова, Сергей Большаков. Новости Прима.